Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди. И сегодня мы поиграем в такую игрушку, как зверята, три в ряд. Что ж, давайте посмотрим. Кстати, девушка похожа из такого космического мультика. Как она? Есть Симпсоны, а есть Футурама. Вот она, только там у нее был один глаз. У этого, у этой две, два, два глаза, ладно. Так, Алиса и милые зверята приветствуют тебя в игре и дарят один бесплатный, бесконечный... Один час бесконечной жизни, круто. Только я думаю, за час не уложусь. Точнее, уложусь, я минут 20, думаю, у нас точно будет обзор. Что ж, начать играть. Сколько много тут уровней. Посмотри на этого бедного зверенка, давайте скорее поможем ему. Кликните, чтобы продолжить. И он, короче, будет долго так тонуть, а мы должны будем проходить вот так, играть, 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 играть. И в результате мы... Пройдем. Так, чтобы добраться... О, кстати, у меня две подруги, и они, кстати, тоже играют в эту игру. Классно. Так, чтобы добраться до зайки, нужно пройти все 25 уровней. Приступим. Кстати, даже подруги мои так и не спасли зайчик. Бедный зайчик. А, так, ну хорошо. Я должен собирать... Так, какой милый котик. Давайте покормим его. Переместите красную рыбу вниз, чтобы составить ряд из трех одинаковых предметов. Окей. Так, все. Так, накорми котика 5 рыбками, и он вырастет в большого и красивого кота. Вон ну что. Окей, то есть самая главная задача это нам рыбки собрать. Рыбок. Так, пока что ничего не вижу. О, все, мы накормили кота. Вот он стал большой. И уровень пройден. Что ж, играем далее. Довольно-таки забавно. Так, а еще у нас есть прекрасная музыка. Хочешь послушать? О! Хорошо, играем. Музыку можно отключить. Так, давайте поможем этой гусенице стать прекрасной бабочкой. Так, цель одна гусеница. цель в том, что гусеница должна дойти до конца. Вон на что. Так, но я пока не вижу, что тут можно вообще предпринять нам. Да, надо, по идее, вот эту часть освободить. Да, ну это реально сложная игра, это второй уровень. он не знал, как 20-й, наверное. Так, тут у меня бонус образовался. О! Блин, рановато что-то. Мне вообще оранжевую надо срубить. О, хорошо. Проползла, точнее. О, поползла гусеница, классно. Пошло-поехало у нас все. Кстати, шикарная игрушка. Мне нравится. Вон оно, яблочко такое. Очень веселая такая какая-то получилась игра. Ух ты. Это что такое? А, она взрывает все одинаковые фрукты. Круто, зверята три в ряд. Ну, а тут сами фрукты у нас. Офигенно, слушайте, игра. Это... Ну вот в такую я реально не играл. То есть тут уже второй уровень. Уже сложно. Даже первый был непростой. Что ж, продолжаем. Кстати, тут есть... Чего это? Вопрос. Так, группа и сообщить об ошибке. Так, играем далее. А, новый левел. Так, условия победы. И тут, короче, есть еще бонус. Так, я нашла предметы, которые могут помочь в простых ситуациях. Давайте их опробуем. Выберите рогатку и используйте ее для этой рыбки. Хорошо. А как стрелять, блин? Вот так я попаду, интересно? Окей, попал. И также есть ножик. А, это нарезка, короче. Фруктов. Теперь они усиленные стали. Вон оно чё.
А, это стоит 100 золотых, а это 80. Но мне не хватает. Можно покупать за игровые, ну, за реальные деньги настоящие. Ух ты, акция за два голоса, можно взять 200 золота. Круто, хорошая акция. У меня, к сожалению, нету сейчас пока что денег, ну, может, потом появится. Используем. Так, блин, что, загрузка пошла какая-то. Случайно, случайно так вышло. Нажмем на паузу, чтобы время не тратить. Так, технические проблемы были, но мы продолжаем играть. А, задача это третий уровень собрать 20 рыбок. А, ну в принципе их же можно друг с другом соединять. Так что это будет не так-то уж и сложно. Так, ну тут сочетание смысл фруктов и рыбок. Ну, наша задача рыбки все же. Р-р-р. Так. Мяр такая. Так. Я тоже таком говорю. Мяу. Мяу. Мр. Так. Что-то я это отвлекся. Извините. Откуда они взялись столько много звуков? Прикольно, мне все нравится. Прикольная озвучка. Эта игра еще берет своими звуками, и мне так кажется. Так. Ух ты, ничего себе посыпалось. Превосходно. Реально превосходно. Сколько у меня ходов осталось? 14 ходов. Ну, мне рыбок-то, в общем, чуть-чуть-то осталось. Фигня. Последняя рыбка. Ну, какой кот стал, смотрите. И не мякает уже. Три звезды нам дали. Отлично. Попробуйте использовать предметы, которые мы только что нашли. Пройти уровень будет гораздо проще. О, 5, плюс 5 ходов позволяет начать уровень с 5 дополнительными ходами. А, то есть заранее. Не, было бы можно дополнительно взять, когда уже те закончились ходы, а ты мог хоба и взять 5 ходов. Так, а бумеранг. Замечательно теперь. Бумеранг, значит, трижды рикошетит от границы поля и сбивает все препятствия, фрукты на своем пути. Также пирог катится в сторону перемещения и делает три фрукта. Кого? А, пирог, значит, катится в сторону перемещения и делает три фрукта полосками. А, три фрукта полоски у нас будут. Так, и трехзвездный эликсир увеличивает количество получаемых очков на уровне в два раза. Так, 18 рыбок и 15 лимонов. Так, а бумеранг отскакивает от стенок поля, уничтожая все на своем пути. Давайте попробуем запустить его. Будет весело. Ух ты, круто. Забавно. Отлично, а теперь давайте используем пирог и посмотрим, что из этого получится. Ну, я хочу запустить. О, вон оно что. Вау-вау. Круто. Так, теперь ты умеешь пользоваться всеми полезными предметами. Удачи. Спасибо. Она мне пригодится. Так, что же нам надо рыбки собрать? Ух ты! Сейчас мы взорвем. Нам надо желтый взорвать, да? Давайте желтый взорвем. Крутяк. Можно было рыбок взорвать. Да там рыбок-то маленько осталось. Еще 19 ходов, думаю, мы справимся. По сути, если можно пятерочку выбить, если. Хотя нет, не выбьем. Навряд ли. Навряд ли мы выбьем. Ну, осталось совсем маленько. Ура! Победа! Блистательная победа, ребята.
дополнить очки. Окей, на отлично, мы победили, справились с этим левелом. Цель уровня за 30 ходов. Так, мы это сделали, хорошо играем. Можно покупать вот дополнительные, но мы не будем, мы же профи, нам и так хорошо. А посмотри, уровень завален землей, давайте попробуем разгрести эти завалы. Причем так сильно завалено. Хорошо, что ходов много. Ого, да тут спрятаны сокровища. Собери рядом с сундуком 3 одинаковых фрукта, чтобы открыть его. Такими методами мы будем очень долго копать. А давайте попробуем использовать лопату. А, лопата, она полностью очищает землю. Блин, ну лопата дорогая, наверное, да? Сколько она стоит? Это стоит 80, лопаты 200. Жесть, конечно. Думаю, можно и без бонусов выиграть, если сильно захотеть. Отлично, мы победили. Все здорово, все классно. Так, дополнительные звезды нам дают. Блистательно. Что ж, продолжаем играть. Играем. У меня 5 жизней. У меня, кстати, жизни вообще не тратится, так как у меня целый час бесплатного времени. Мне так нравится с тобой играть. Ты делаешь невероятные успехи. Давайте сохраним игру в меню слева, чтобы ее можно было легко найти. Поставьте галочку в новом окне. Ну ладно, ладно, сделаем это. Раз ты так просишь. Отлично, теперь мы с тобой точно никогда не потеряемся. Потеряемся не раз. Я веду обзоры, у меня много игр. Замечательно. Так, сказал бедняк. Так, нам надо тут лимон соединить. Круто, 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 тень. Так, мне еще 2 сундука осталось открыть. Ах, блин, если бы я смог соединить их, было бы вообще шикарно. Ничего не вижу интересного. Кстати, можно пятерочку соединить, хорошо. И теперь взорвем все ежевику. Превосходно. А у нас... Ну все, все, мы победили, ребят. Еще 10 ходов дополнительных. Вот, ну игра реально крутая. Зверята 3 в ряд называется она, повторюсь. Мне понравилось. Мне все понравилось в ней. Прикольно, забавно, круто. Это хит продаж. Хит продаж? Нет, не продам, да. Так, бонусы. Так, сегодня плюс 10. Забрать. Хорошо, тут друзья мои. Попросить можно что-нибудь? Давайте попросим. Хотя нет, не будем просить. Чё мы? Мы сами справимся. Опять это загрузка. Ну ладно, все, прошла загрузка. Так, инвентарь у нас тут есть. Инвентарь. За 9 голосов. Раньше за 38 было, сейчас за 9 голосов. Можно приобрести такой крутой инвентарь. Ну, это круто, да. Но у нас пока нету денег. А, кстати, она на третьем уровне. Я думал, она уже давно. Я думал, она на 23-м, она всего лишь на третьем.
А это аж на 19-м. Молодец. Ладно, 7-й левел у нас. У нас. Продолжаем. Вести обзор. Давайте начнем с лимонов. Крутяк. Так, а тут чем? Яблочки. Пусть нам вообще маленько осталось до победы чуть-чуть. Все, победили. И 20 ходов нам приносит очень много-много денег. Круто. Он предлагал за 2, всего лишь за 2 голоса 200 монет приобрести. Но я бы приобрел, если бы были, ну, к сожалению, нету. Извините меня. Будет, да, все зависит от просмотров, конечно же, от подписчиков. Чем будет больше просмотров подписчиков, тем я буду более щедр на игры и буду даже тратиться. Что ж, играем, продолжаем. Круто, круто, тень. Тут нужно ежевики нам будет собирать. Так, что у меня еще осталось? А, вот лимончик. Чем-нибудь еще четверочки хотя бы. Хотя бы четверочки нужно. Ладно, пофиг, лимончик. Я же Вика. Отлично. Все, осталось нам две живички собрать, и победа. Мы справились легко и просто. Левел 9. Продолжаем. Тут нам надо будет рыбок собирать. Сейчас будет супер удар, если получится. Да, мы соберем 2 лимона. Вау-вау. Мяу. Так что нам надо рыбок и сундуки. Хм. Так, почти собрали один сундук. Кстати, может быть, выпадет лимон? Нет, лимон далеко. А, нет, может быть, в принципе. Да. У нас теперь это есть. Ну, сейчас ежевику мы соберем всю. А, какую ежевику? Я о чем я сказал-то? Я с того уровня думал, ежевику надо было собирать. Тут нам рыбок надо собирать. Я думаю, мы справимся. Я на это надеюсь. Все, блистательная победа. И много-много всяких бонусов. Тысяч очков, довольно-таки солидная сумма. Солидные баллы. Так, ладно, 10 левел, это будет последний завершающий. Так, слишком просто, хочется сразу попасть на сложные уровни. Тебе удалось найти сундук с сокровищами. Открывай его скорее. Давайте откроем. Ух ты, дополнительные мне деньги дали. А, сундук можно открыть, если мы соберем 75 золота. Вот это меня угораздило. А, я могу пропустить эти все ходы. Ну, видите, они не за золото.
Я могу, ну-ка, сразу, допустим, 19, 20, 21, 22. Видите, я могу сразу 22 начать. Так, каждый ход саранча прыгает вверх. Если она съест листочек, то уровень будет проигран. Комбинируйте саранчу с обычными фруктами. Вот она, саранча выползает. Гады такие, твари нехорошие. Здесь они сидят. Наши листочки, то мы проиграем. Саранчу можно комбинировать с фруктами. Круто придумали. А вот, если листочки вверху съедят они, то мы проиграем, если все. Сами взрываются, смотрите, они сами не доползают. Им опасно лазить. Ничего у вас не получится, дружки. Дружки, дружочки. Крутяк. Почти всех уже убили. Нет, ничего у них не выйдет, я прям не сомневаюсь даже. Вон у нас саранча одна. И мы ее тоже добили. Я не заметил почему-то. Так они посмотрели, так она не съела листочек. Смотрите, акция всего лишь за один голос мне предлагает 200. Ну, к сожалению, у меня нету даже ни одного голоса. Я бы потратил, конечно же. Но в другой раз, думаю. В общем, ребят, это были зверята 3 в ряд. Всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И впереди нас еще будут ждать много чего интересного. А пока что, ребята, всем удачи. Всем до скорого. Пока-пока.